Саженцы груши «Память Жигалова» поступили в продажу относительно недавно, но уже успели завоевать популярность среди профессиональных садоводов и новичков. Самоплодный сорт дает высокий урожай, плоды созревают рано, отличаются прекрасными вкусовыми качествами. Что касается условий выращивания, то они предельно простые. Саженцы высаживают в грунт в апреле или октябре. Они нуждаются в регулярном поливе. Предварительно почву нужно удобрить торфом, компостом. Обрезку крупномеров «Память Жигалова» проводят в марте. Груша почти не имеет недостатков, дерево не боится мороза и вредителей, стойкое к заболеваниям. Груша «Обыкновенная память Жигалова» — это дерево высотой 350-400 см. Цветет растение в месяц май-июнь. Важно, что груша «Обыкновенная память Жигалова» самобесплодный, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.